В Чебоксарах прошли финальные соревнования студенческих пожарных дружин. Ловкость, силу и выдержку проявили студенты ведущих вузов Чувашии. В Чувашии при высших учебных заведениях действуют добровольные пожарные дружины из числа студентов. В турнире приняли участие 4 вуза. Сразу 2 команды выставил педагогический университет. Эстафета состояла из 5 этапов. Пока один из участников команды на время надевал боевую одежду пожарных, остальные оказывали первую помощь пострадавшему. Следом ребята правильно раскладывали рукавную линию и водяной струей сбивали мишени с пожарного рукава. Попутно им предстояло сбить пламя на горящем противне с помощью огнетушителя. Самые смелые поднимались с помощью пожарной лестницы в окно учебной башни. Все это необходимо было сделать за считанные секунды, соблюдая все технические нормативы. В результате упорной борьбы уверенную победу одержал пожарно-спасательный отряд Чувашского государственного университета. Второе место завоевали студенты технолого-экономического факультета педагогического университета. Третье – за студентами сельхозакадемии.